Всем здорово, ребят. Ну что, начался Новый год, и я все же в раздумьях, какой сервак начать усиленно фармить. Без доната немку или же АЭС. АЭС по-своему хорош, там герои просто бешеными темпами прокачиваются. Здесь герои тоже интересные, есть свои нюансы. Если взять, что здесь такого индивидуального, это остров, парящий остров, который отличается от всех остальных серваков. Это фонтан, который тоже отличается от всех остальных серваков. Здесь обожание героев, здесь календари, которых нету на остальных серваках. Куча халявы, как за один самоцвет, так и плюхи. Вот я сейчас вам покажу базар. Вот дали одну книжку и плюс дали карту. Ну, я уже ее открыл, там малышник выпал. То есть отличается сервак, допустим, от того же самого Айса. Здесь больше, как по мне, халявы. Здесь есть возможность собрать розу, которую я уже собрал, в принципе, постепенно. Я не особо задротничал. Роза у нас собрана. Здесь есть возможность собрать огника. Тоже, в принципе, если накапливать самоцветы. Здесь топовый пират, в котором практически каждую неделю меняются скины на героев, то есть есть возможность без доната собрать какой-то интересный скин. Что еще здесь такого? Ну, фонтан здесь просто бомбический, вы имеете возможность получить на халяву зефирах, если вам повезет, то есть там 4-5 попыток в среднем получается, ну, по-моему, раз в месяц где-то или раз в 3 недели это событие происходит, ну, довольно-таки неплохой шанс получить опять же на халяву топового героя. Что по расходникам? Ну, по расходникам здесь все печально со слизнями. И с героями, с роллингами, насколько ребята раньше писали, я тоже, в принципе, смотрю, что не особо часто здесь падают какие-то имбо-герои. Ну, все же плюс-минусы не падают. Видите, я вообще здесь не играю, ну вот восьмерки по прокачкам, по зелени, ну по слизням, здесь как по мне все печально. Если сравнивать с АЭСом, сейчас мы до АЭСа дойдем, вы видите, что у меня там делается на АЭС сервере. В принципе, вот такой вот средний герой, как видите, средненький такой аккаунт, но есть роза, там я уже некоторые осколки до сих пор собираю. Собирается, в принципе, неплохо, здесь мне нравится тот же самый зефир. Сейчас давайте вот так вот зайдем. Вот Мэри 16 осколков. Это при том, что я не особо задротничаю. А кто у нас? 27 зефира. Это не все острова. Это я просто так заходил иногда, подсобирал. Вот зефир здесь очень хорошо мне падает. Как видите, есть осколки героев. Некоторых героев можно дособирать, дают в календарях. Вот 30 осколков лаванники. Это мы когда-то в пираты один раз получили две сумочки. Добили немножко осколков. Ну, кто играет с самого начала, уже давным-давно здесь пособирали. Или бы там вот с лишним. Это не есть проблема. Так, у нас там, по-моему, я собрал. Давали вот недавно в календаре ведьмочку. Помню, я ее собрал. Это я... А, есть. Очень много дают скинов на героев. То есть по скинам здесь реально тоже очень все круто. Возможность собрать некоторые скины намного выше, нежели на других серваках. Плюс тут я уже показывал, тут есть бомбическая акция «Собери себе пак», там просто тупо все скины. Выбираешь любой скин, который тебе надо, и прокачаешь его без проблем. Такс. Вот посмотрите на остров. Хоть один осколок, но зефир довольно-таки часто здесь падает. Дуэлянт 1, лиса 1, 15, 20. Ну, нету, ну, много очень расходников других. Но все же шансы выловить намного выше. Такс. Окей, поехали, пооткрываем плюхи и переберемся немножко. Ну, как видите, такие герои. Переберемся на АЭС сервер. Хочу просто обнулить все плюхи. И, не знаю, посмотрим, что тут дальше будем делать. Давайте открываем. 20 осколков.
Ну, сказать, что это имба-герой, не знаю. Так, поехали дальше. Девяточки. 25 фобушки плюс камешек. Отлично. 5 свалено. Это я все где-то за последний месяц копил, насобирал. Так, 5 коробок. Супер, не хватает места. Воу-воу-воу. Ну, опять книги. Вот, наконец-то слизняки мы получили. 30 штук. Надо будет подумать, кого прокачать. Так, у нас кого качать? Однозначно докачиваем ворожея до максималки. Где там наша тыква? Хочет открываться. Плюс фонтан, конечно, монетки. То есть монеток реально дофига. Такс, что тут у меня такое, что можно продать? Талантики. По расходникам, ну, такое. Не знаю, я просто не фармлю все подряд, а забираю, захожу иногда плюхи. То есть это чисто, знаете, такой аккаунт, который фармится так, чисто по фану. Вот есть акции, зашел, вот камешки эти, кристаллы героев. За них можно получить здесь зефира, это однозначно плюс. Вот так вот, ребята, сейчас мы натащим карт еще. Вами пооткрываем кулачки, 30 камней. Еще кулаки. Железная воля. Вот так вот. Отлично. Еще у нас есть две карты. Ну, поехали. Два бигфутика. Что там у нас бигфут? Вот так вот, ребята. Плюс два героя. Я, по-моему, с какой-то тоже недавно акции. Уже три у нас Бигфута даже. Так, открыли. Отлично. Плюс 30 кулаков еще. Получили сундучков. Так, хорошо. Ну, скины я не буду открывать, потому что займет реально дофига места. Ну, видите, еще одна роза халявная. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали на АЭС сервер. Посмотрим, что у нас на АЭСе есть интересного. Там тоже я плюхи копил относительно. Некоторые плюхи открывал. Так, вот наш AS сервер. Ну, в чем разница? Это отдельный сервак, который вроде и не Android, но у него связаны акции с Android, по крайней мере на рынке. Очень и очень. Что у нас здесь по расходникам? Как видите, у меня здесь даже слизни валяются, я их не использую. Почему? Показываю свой алтарь. Сколько у меня здесь героев. Ну, алтарь здесь явно покруче, но здесь нету возможности очень быстро получить того же самого огника, ту же самую розу. Но смотрите внимательно на прокачки героев. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Посмотрите. Это все прокачивается очень быстро. Сейчас посливаю, чтобы места у нас были. Все прокачивается очень быстро, потому что здесь есть очень крутой коллекционер.
в котором вы имеете возможность получить слизни. Ну, последние 3 раза я забирал по 500 слизней, не самых топовых, а синих. Где там они? По 15 тысяч, если я не ошибаюсь. Вот их нету. Вот эти идут по 15, они дают по 30. Это зеленые, это синие. Потом идут уже желтые, самые топовые. То есть реально очень, как по мне, круто. Что здесь есть тоже еще такого интересного? Накопления, на которые можно накопить, и трата самоцветов, к сожалению, сегодня нету. Трата самов, где дают дофига сундуков, пятых, шестых в основном. Плюс базар, наборы накопления, там тоже пятые дают, там немножко их поменяли. Но очень круто. Что еще такого интересного? На этом серваке очень много. Вот есть собери сам. Анонимки попозже оно, наверное, появится. Очень много скинул, но это уже больше донатная тема. Но здесь по расходникам реально дофига тоже всего можно собрать. Но это опять же донат. Мы рассматриваем аккаунт как бездонатный. Что у меня по героям? Вот смотрите. Десятки, десятки. Я вам не все показал, но в некоторых я еще не качал. Десятка, десятка. То есть, видите, у меня герои здесь прокачки. Ну, просто уже не знаешь, кому качать, качаешь всем подряд. Проблем с прокачкой здесь нет. Проблем с кгашками, в принципе, тоже нет. Здесь их намного больше получаешь с акцией. Так, по расходникам. Вот смотрите, опять же, дофига есть халявных акций. Очень крутой здесь магазин, там, где можно купить за самоцветы определенные итемы. Очень часто продают офигенные вещи. То есть здесь, в принципе, если ты играешь и копишь самоцветы, очень круто можно развить аккаунт с помощью, ну, скажем так, удачи, дополнительных топовых плюх. По героям здесь намного все круче. Здесь героев падает реально дофигище. Ну, вы сами видите, в принципе, по алтарю. Пиратик у нас здесь тоже очень крутой. Нету, правда, до такого, как на немке, но посмотрите, сколько здесь. 5 героев. Пират небольшой, но по расходникам здесь пират очень крутой. Вот, пожалуйста, вам 10к кулаков. А вот 20к кгшек. То есть это вы все получаете, по сути, за 100, за 150 жмакну. Вот 9-я сумочка выпала. То есть здесь вариации получить плюхи для плюх для прокачки аккаунта намного больше. А остров такой же, как и на всех остальных серваках. То есть на немке остров отличается. Так. Очень часто здесь акции есть. Ну, здесь больше акций похожи до андроида. То есть плюс-минус где-то они пересекаются. Ну, это донатные магазины безумия. Тут просто бешеным темпом продают. Сегодня была настолочка, я вам уже ее показывал. Я получил здесь сундуки. Ну а так, в принципе, не особо здесь много всего. Так, ну, фонтаны и остальное здесь тоже очень редко. Поехали дальше. Максималка, видите, сделать не могу. Вот, смотрите, сколько здесь плюх у меня копится. Можем кому-то даже зафигачить десятку воржей, 10-й. Здесь дофига падает, просто дофигища. Сам покажу. Ну, вот 40 коробок у меня осталось. Я был ролил 100 с хреном коробок. То есть здесь очень много. Часто везло мне в хватайке, я собирал сундуки. Очень много, скажем так, по расходникам возможностей. Пятые накопили, опять коробочки, книжечки, поехали, пооткрываем душки. То есть это таких два интересных, как по мне, сервака. Ну, конечно же, АЭС вот этот, здесь только нужен iPhone. То есть вы на iPhone можете, там же на Android вы можете на всех других устройствах играть.
Так. Павлович, мы еще не все плюхи с вами. Ну, скины, видите, тоже довольно-таки дофига всего падает. Недостаточно места на складе. Ну, понятно. Такс. В общем, на этом серваке проблем с расходниками в принципе вообще нет. Я вот ролю за ЗПшки, и у меня ЗПшки идут все время в плюс. К них, как видите, тоже дофига. То есть возможностей для прокачки аккаунта здесь больше, нежели на немке. Немка по-своему хороша, то что там можно собрать донатных героев. Здесь можно собрать больше расходников для прокачки. Ну, герои здесь тоже довольно-таки крутые. Но есть Фрея, вот мы вытащили ее недавно, да. Но нету возможности сбора, скажем так, мега-донатных героев. Ну, не мега-донатных, но донатных. Здесь это проще. Но здесь коллекционер, его сегодня тоже нет, в котором за определенного героя можно получить донатных героев. Такое, в принципе, и на немке тоже бывало, но на немке коллекционер такой себе. Плюс здесь коллекционер, я уже говорил, дофига, просто дофига расходников для прокачки аккаунта. Вот по плюхам, что у меня есть. Ну, сразу видна разница, то есть героев здесь дофигище падает. В общем, вот так вот, ребятушки, пооткрывали мы плюшки с 2019-го. Сейчас я думаю, какой сервак больше качать ради интереса. АЭС, в принципе, он сам по себе по чуть-чуть качается, как видите. Немку надо же усиленно качать, потому что там плюхи зависят от того, сколько вы будете копить самоцветы. Там очень крутые акции именно за накопленные самики. В общем, пишите комменты, какой вам сервак больше нравится, на каком будем трэшевать без доната. Ну, я не знаю, я вот пока в раздумьях. Этот сервак хорош, ну а я сам по себе нормально идет. Можно даже его сильно не качать, просто собирать плюхи. А вот немочка интересна в плане сбора героев и акций. Там очень дофига всего нового всегда. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.